Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Академия вампиров. Мало кому известно, что в Америке, в самом сердце Монтаны, имеется настоящая академия, где вампиры обучаются высокому искусству магии. И почти никто не знает, что в мире идут кровавые вампирские войны, и расе мороев противостоит жестокое племя стригоев, вампиров, приступивших к черту закона и не гнушащихся убийством. Даже стены академии, святая святых науки, не слишком надежная защита от происков темных сил. Юная моройская принцесса Лиса и Роза, ее подруга и верный страж, однажды убеждаются в этом, оказавшись в эпицентре грозных событий. Ночь страха. Выпускник школы Чарли Брюстер находится на пике своей ученической карьеры. Он популярен среди своих сверстников и встречается с самой очаровательной девушкой во всей школе. Он становится настолько крут, что начинает избегать своего когда-то лучшего друга Эда. Неприятности для Чарли начинаются, когда по соседству прописывается Джерри. На первый взгляд он кажется хорошим парнем, но все же что-то с ним не так. Хотя никто этого не замечает, даже мать Чарли. После анализа странного поведения соседа, Чарли приходит к ужасному, но, увы, единственно верному заключению. Под лживой маской Джерри скрывается кровожадный вампир, который сделал его район своими охотничьими угодьями. Не в силах убедить кого бы то ни было в своей правоте, Чарли обращается за помощью и советом к популярному иллюзионисту из Лас-Вегаса Питеру Винсенту, рассчитывая, что кудесник поможет ему избавиться от монстра.
реальные упыри. История жизни трех соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейс-контроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!